Хей-хей, с вами Зооплей. Сегодня я вам решил показать, как получить АВП Dragon Lore и другие скины, вкладывая в игру Ницента. И нет-нет, мы не будем лазить в поддержку и плясать вокруг своего компьютера с клавиатурой. Все будет иначе. Все это может сделать одна программа под названием CSGO Changer. С ней все будет просто. Для начала вам нужно открыть CSGO и после этого запустить программу. В программе есть огромная кнопка «Старт», которую и слепой видеть сможет. Мы на нее нажимаем. Далее в CSGO по нажатии кнопки Home на клавиатуре у нас открывается меню программы. В ней все просто. Выбираем оружие и выбираем скин. Нож мы можем изменить, но скин мы на него не сможем поставить. Далее закрываем это окно, находим игру и играем. Но если вам понравилось это видео и вы хотите больше таких видео про CSGO, то поставьте лайк. Но если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь. Ну а с вами был Зооплей, всем до встречи, всем пока-пока.